Что такое? Мы уходим. Точно не хочешь с нами? Тебе принести что-нибудь? Ну, что не попросим. Ладно. Закупай. Значит, Тобиас устранителей имел в виду.
Если и копы под ними, с ними шутки плохи. Придется тяжко. Так, спокойно. На ней же должен быть выключатель. Думай. Осторожно! Ищем его. Там погляди. Пригнись. Здесь ничего. Гляну там. Здесь никого, продолжаю. Здесь никого, тут иду никого дальше. Рвутся. Еще там прямо. Нет тут ничего, иду дальше. Может, тут еще кто-то? Ах!
слабое у них оружие. Внимательнее, а то пулю схвачу. Там что-то неладное. Я проверю. Наш откинулся. Не зевайте. Никого. Иду дальше. Здесь никого нет. Пойду дальше. Тут пусто. Продолжаю поиск. Никого тут нет. Иду дальше. Тут чисто. Иду дальше. Он удрал. Ищите. Вон там, гляньте. Нет тут ничего. Иду дальше.
подмога идет. Значит, у меня мало времени. Еще гости. Сейчас я не могу позволить себе ошибиться. Осторожно!
шпицы. Так и знал. Да. А копы-то теперь нам должны по-крупному, чел. Хотя я сомневаюсь, что они согласятся. Тобиас? Да. Забудь этот номер. Конечно, да, уже. Что-нибудь услышу, сообщу. Администрация порта конфисковала контейнер с армейским вооружением на миллионы долларов. Груз прибыл из Европы, но неизвестно, как он попал в страну. Скорее всего, это часть масштабной схемы. Детали не ясны.
Ну как тебе? О, да, круто. Если узнают, мне конец. Приходится дурить. Сашка, беги! Говорю тебе, свет стали выключать чаще. CTOS не справляется, нужно что-то делать. Не, а что камера будет делать, если меня грабан? Конкретно, какой от нее толк? На доле. Черт. Клара же к такому не привыкла. Не буду осторожен, спугну. Криспин – мой билет на аукцион и шанс подобраться к Ираку. И он исчезнет. Здесь водить не умею, поверь. Я из Лос-Анджелеса. Там творится тоже все. Тут все на виду. Лучше бы мне не шуметь. Мистер Куин хотел, чтобы вы запомнили свой визит в Чикаго. Тихий мотор, да? Скорость и шик. Мистер Куин сомневался в цвете. Можете выбрать любую. Вот эту, ясно? Подготовьте для меня. Может, расписание у него на телефоне? Нельзя его тереть. Слышал я про него.
А ну стой! Развернись и проваливай! Забрать что-то под названием Poppy Special в клубе Infinite 92. Infinite 92. В списке такого нет. Но есть упоминание на форуме. А, похоже, так называемый мужской клуб. Подпольный, конечно. Значит, Poppy Special – женщина. Да, в досье Куина про это есть. Вряд ли Poppy пережила бы их встречу. Что это за аукцион? Думаю, мы оба знаем ответ. Я сейчас в клуб. Приглашение Криспина там. Ну вот, готов к параду уродов, костюм уже есть. Не высовываться и помалкивать. Криспин же псих, меня будут пасти. Нахожу приглашение и валю. Poppy Special. Хорошо, мистер Криспин. Фирменное блюдо специально для вас. Сдайте оружие. Мистер Криспин, прошу сюда. А где ваша охрана, сэр? Не угнались. Мистер Куин хотел, чтобы вам было комфортно. Это особый подарок от его имени. Прошу, наслаждайтесь.
Это ты мой особый подарок. Как тебя зовут? Поппи? Я знаю про тебя и про девушек. Нет, я не... Ладно. Ухожу. Мистер Криспин, все ли вам по нраву? Еще раз влезешь, тебе конец. Я тебя не трону. Иди со мной. Я помогу. Нет. Меня найдут. Говорят, вы чудовище. Вы не Криспин. Так ведь? Меня зовут Пирс. Чувак с работы подваливает. Постояли с ним, покурили. Переглянулись, я ему и говорю. Мне похрен, я беру больничный на сегодня. Он башку почесал. Сейчас камеры вообще мелкие делают. Такая пушку. Приезжайте к нам еще. Помоги мне. Нужно вытащить оттуда Поппи. Позвони в Инфинит, притворись помощницей Криспина. Скажи, что я прошу привезти Поппи на аукцион. Ага, ладно. Хорошо. Сделаю. Может, Криспин и умрет, но хоть девушку спасем. Хоть что-то. Не уверен, что будет настолько просто, но попробуем. На улицах Чикаго все только и говорят, что о новом цифровом наркотике. Считается, что он изменяет восприятие окружающего мира. Распространение его законно. Вопрос, надолго ли? Власти изучают правовые нормы, по которым можно запретить данный препарат.